Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 10 августа, суббота. У нас всю ночь был дождь, и сейчас дождик. Небо кошмарное. В общем, лето удалось. Ну да ладно. Я вообще проспала все, что можно было проспать. Мне не хотелось вставать. У меня сегодня такие мои основные дела отменились. Я подумала, что схожу в кафе на лекцию там о Бразилии, но в итоге не пошла никуда, потому что, ну, во-первых, вот погода, во-вторых, стало поздно. Вообще было лениво. Сейчас буду варить кофе. Вот такой французский у меня. И кашу варить. Вообще, нужно бы обедать уже, по факту. Завтрак-то я пропустила, но у меня ничего на обед, кстати, не сварено. И на ужин тоже надо будет сегодня готовить. Сегодня буду делать заново ногти. Вот такие. Это Мираж. Я показывала как-то большую упаковку и сказала, что они ужасного качества. Да, действительно, они кошмарные, но Мираж в маленькой упаковке, где 100 штук, хорошего качества. Ну, по крайней мере, не такого хорошего, как, например, ногти в фикс-прайс продаются, но все-таки, потому что вот Мираж, где 500 ногтей, там они просто колятся. То есть вот вы приклеили ногти, и даже не ударили ничего, а вот просто там до чего-то дотронулись, и все, там получился скол. Это ужасно, так быть не должно. Здесь же я ходила с ногтями неделю, и у меня только вот на шестой день на большом пальце небольшая там на ногте трещинка появилась. Вот, это, безусловно, все равно в теории не должно быть, но это хороший показатель. Поэтому я довольна, но самые лучшие в фикс-прайсе. Ну, я поняла, что и они и держатся гораздо лучше, хотя эти тоже нормальные, потому что вот Мираж большой упаковки еще и держится бывает плохо. И это не от клея даже зависит. Ну, я буду вот эти в Москве использовать, а когда буду там ездить в Питер, например, или еще куда-то, буду использовать из фикс-прайса, так как они более надежные. И лак я в этот раз вот такой взяла на пробу. Это Ириск. Корейский клей, здесь 10 грамм с кисточкой, и стоит он 170 рублей. До этого я покупала вот такой Верганза. Он нормальный, но мне не очень, честно, нравится. Это Израиль, кстати говоря. До этого у меня был лак, клей Богема. Он мне очень нравился. Вот еще у меня есть вот такой от Фарес, но Фарес, честно скажу, что, к сожалению, слабоват. Он, правда, с витаминками, но по своему опыту знаю, что все, что с витаминками, все эти клеи, они, к сожалению, да, они немножко слабоваты. Но в целом тоже имеет место быть. Прям плохого ничего сказать не могу. Вот, но сейчас я нанесла вот на саму ногтевую пластину активатор роста. Мне нравится, но у меня как бы с ростом и так все в порядке ногтей, и они, в общем-то, не слоятся. У меня слоятся ногти, когда я начинаю красить ногти лаком, что дорогим, что дешевым, поэтому, в общем-то, я уже 20 лет стараюсь исключительно клеить ногти. Тогда все в порядке. И вот когда я просто со своими хожу, без всего, без какого-то покрытия, тоже все окей. Вот. Дальше от Новосвит крем-сос для ухода за поврежденной кутикулой. Ну, у меня, опять же, кутикула, я бы сказала так, она не идеальна, но она не какая-то поврежденная. Ну, с моей точки зрения, просто я ее не срезаю и даже стараюсь не отодвигать, потому что у меня постоянно практически на мне типсы, и она сама, так сказать, подсыхает и как бы удаляется, так сказать. Но в любом случае сейчас нанесла этот крем и полностью на руки нанесла
от Faberlic сос-восстановление для сухой и потрескавшейся кожи. У меня кожа нормальная, не проблемная, но я люблю такой крем наносить периодически под перчатки. Вот, но у меня такие, я одноразовые покупаю, хотя у меня есть или от Oriflame, или от Avon перчатки такие, ну, тканевые. Вот, но сегодня я просто нанесла, и буквально пусть это у меня все подержится на мне где-то час, а я пока пойду напишу несколько отзывов на iRecommend. Пока сидела, писала отзывы для iRecommend, у нас вышло солнышко, но сейчас уже, конечно, поскольку вечер, там 7 часов, то, конечно, солнце уже, можно сказать, так не такое яркое, но, тем не менее, дождь закончился, и, в общем, прямо это. Но параллельно с этим, как поменялась погода, у меня адски разболелась голова просто вообще до тошноты. И в итоге я написала только 2 отзыва. О, еще ярче стало. А я планировала штук 10 написать. Но вот, как говорится, не строй планы. Ну, просто, знаете, стучать по клавиатуре гораздо удобнее, когда ногти-то короткие. Я думала, я сегодня разойдусь прям так. Ну, ничего, не тут-то было. Еще взяла себе такую раскраску-отдыхалочку. Сейчас покажу. Вот такую раскраску взяла. Рисование по точкам для взрослых. Это вот издательство «Три семерки», номер 2, апрель-май. Но я больше не стала их покупать, хотя, в общем-то, здесь ну, и обложка нормальная, хоть и мягкая, но, знаете, такая добротная, и листы нормальные, ну, в общем, более-менее. Ну, просто она толстенькая такая, вот, и достаточно одной будет. В общем, до 200, какой, до 256 точки я дошла, а здесь их сколько? Ну, 300 с чем-то, в общем. Ну, попозже доделаю, я думала, быстренько ее сделаю, но, опять же, голова болит. Карандаш у меня такой вот икеевский. Люблю использовать вот такую линейку здесь. Ну, а пока я раскрашиваю, вот у меня закладка такая. То есть потом, когда я закончу, я стикер приклею, а пока вот пользуюсь закладкой. Сегодня я соединяла по точкам картинки. За посторонние звуки прошу прощения, у меня тут ушастый ужинает. Ну и, в общем, начала я вот эту картинку соединять. Ну, это, как я поняла, калибри, и здесь веточка. Вот, а потом поняла, что соскучилась, и решила еще вот эти две картинки соединить. Ну, вот я говорила, что раньше я сразу раскрашивала их, но сейчас пока нет никакого желания. Ну, в этой я, правда, вообще ни разу ничего не раскрашивала, только соединяла. Ну, потом, я думаю, руки дойдут и сделаю. Так что вот такой разворот у меня. Да, пришел заказ Avon. Мне подруга принесла 12-й каталог, 13-й каталог. Завтра обещала еще какие-то брошюрки. Ну, это означает, что на канале будут ASMR-видео, так как, тем более, что меня просят снимать такого рода видео, и Avon в том числе, поэтому наконец-то появились каталоги, будет что полистать, и еще Faberlic имеется, так что ждите в ближайшее время. А сам заказ у меня был маленький, я заказала от Avon Naturals лосьон для тела, зеленый чай и вербена. Я очень люблю лосьоны-спреи и вот такие лосьоны из этой серии. Да, собственные гели для душа мне очень нравятся. Avon Naturals очень классная линейка с хорошими ароматами. И по качеству мне нравится, потому что, если честно, на Sensus у меня вообще аллергия. Больше мне по каталогу ничего не приглянулось, но чтобы взять этот лосьон со скидкой за 115 рублей, нужно было взять какой-то второй товар, но я решила взять самый дешевый, а именно как раз-таки Sensus чайная коллекция, тоже зеленый чай вербена, за 39 рублей мыло, оно там было самое дешевое.
Так что получилось с хорошей скидкой 39 рублей и 115. Но поскольку там, ну, подружка мне делает тоже скидку, как и себе, поэтому там получилось 95, кажется, рублей и 31 рубль, где-то вот так. Это значится как новинка, но на самом деле просто новое оформление. Раньше у них был такой аромат, и он мне нравился. Хотя, конечно, он так рисковат. Здесь и зеленый чай хорошо ощущается, и цитрус. Причем, мне кажется, что вот вербена, но она, понятное дело, бывает лимонная вербена, но она немножко не такая резкая. Здесь прям цитрус-цитрус. Ну, безусловно, с этим ароматом спрей, мне кажется, актуальнее и лучше, чем лосьон, но в принципе, я не думаю, что он будет супер долго держаться, поэтому в целом я довольна. Буду пользоваться, и лосьоны здесь классные. Ну, а на мыло вряд ли у меня будет аллергия. Это у меня с гелями проблема, а с мылом все нормально. Классное оформление, пусть пока лежит. Вот, потом соседка у меня классная, я к ней зашла в гости, она мне принесла несколько огурцов, несколько помидорок дала. Еще ей племянница привезла из собственного сада яблоки, и она мне тоже 4 штучки дала. Кстати, они очень ароматные, классные. Сейчас раскрашивала арт-йогу номер 5 за 17 год. Она у меня в планах на месяц. Я выбрала вот эту картинку. Карандаши взяла из фикс-прайса. Вот эти. Кстати, качество у всех карандашей, ну, и не только в этом наборе, а вообще очень часто от оттенков зависит. Вот желтый, зеленый, салатовый, они довольно такие мягкие. А вот эти вот розовый и фиолетовый достаточно жесткие. Я, знаете, раньше, когда раскрашивала карандашами, я не делала вообще никаких переходов. Потом через какое-то время, ну, как-то что-то стала пробовать. Потом немножко пыталась сделать тени. А сейчас что-то мне все уже поднадоело. Уже решила попробовать понаслаивать. Вот это я делала просто без наслаивания. Вот здесь наслаивала. Вот тут вот. Ну и сейчас решила вот это все переделать, то есть понаслаивать. Вот здесь я пока, вот здесь вот, вот тут вот попробовала, но вот этими вот очень сложновато, ну, как мне показалось, прям они такие, потому что здесь все три оттенка, они чувствуются, а здесь вот что фиолетовый, что вот этот розовый, мне кажется, они вообще практически похожи. А вот этот бледно-розовый, он такой вот, как вот этот, например. Ну, вот сам корпус по цвету. Ну, буду постепенно. Спешить некуда. Я даже не уверена, что такими темпами выполню планы. Ну, а с другой стороны, какая разница. У меня в том месяце было 25 картинок в плане, я выполнила. А в этом месяце я сказала 30, а оказалось 32 картинки. Мне осталось 17. Ну, даже уже, ну да, в принципе, 17. Ну, это я уже буду делать завтра. А это видео буду завершать. Всем огромное спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока.